и даже не видят меня. Привет! Я, говорит, поехала документы собирать. Да, я уже... Риска стоит моя. И моё тут. Приехала на тебя. Чё? Ну, я думала, огромные чемоданы. Да, ну, как ты тащила вообще? Да. Я смотрю, как ты тяжело. Это все еще видео? Это все еще видео. Ну что, вы видите? Как тебе? Мой загар, видите? Сейчас замерзнешь, все, пошли. Все, пошли, пошли. Водные ботинки. Здорово. Ладно. Маша приехала с Пхукета на поезде. Была ну да. Клёвый поезд, между прочим. Маша что-то увидела в машине. Клёво. Чё там, чё там, чё там? Боже мой. Клёво. Чтобы не замёрзли. Клёво, ты чё? Ну ладно. Отдыхайте, набирайте сил. Вечером встретимся. Да, okay? Вечером встретимся. Ну, не знаю, там созвонимся. Все, пока-пока. Я поехала. О, накрыли такой стол. Встречаем Машу, которая прилетела с Пхукета. И сейчас она где-то здесь должна зайти. Нету. Все, никого не встречаем. Гуляем вдвоем. Снова видеосвязь. Привет, дорогая. Привет. Я привезла тебе подарки. Ты их потом будешь открывать и... Что манго! Манго! Ну, обнимайте, ждем. Мы-то уже виделись. Здорово. Привет, да. Ну, раздевайтесь, проходите за стол. О, тебе. Ромашка. О. Открывай. Так поймаешь, а выйдет. Ловить. Ну, Женя, ну, все, что ли? Пусть. У нас была одна история на работе. Даже не это, пены не было. Какой корпорат?